Здравствуйте, уважаемые родители. Сейчас мы посмотрим спектакль по произведению Корнея Чуковского «Муха-цикад Познера», который сыграет 2 А и 2 Б класс. Также к нам присоединился еще 1 класс. Они нам помогали. Они у нас молодцы, и девочки, и цветочки. Thank you.
не успеем никуда. День прилетает с цветка на цветок. Игла собирали и клали в лоток. Пора собираться, быстрее наряжаться. Мы жуки, мы жуки. Охотничьи к нам не сроки. Повсюду мы летаем. Жужжать не забываем. Я огромный жук олень. Мне рога носить не лень, ими я врагов пугаю, съесть себя не позволяю. Всем девчонкам и мальчишкам я давным-давно знаком. В мае нравится детишкам погонять меня с очком. Я жук, зовут меня СРО, у меня есть острый рог. Для врагов он устрашение, для меня же украшение. Пчелочки, оденемся с иголочки. В костюмах полосатых мы будем хороши. И муху цыгануху поздравим от души. Мы муравьи-солдаты, бравые ребята. Мы лучшие строители, учили нас родители. Как под сосной лесу кустом из хвои вдруг построить дом. Мы, конечно, мелковаты на все, что можно, тащим дом. Жизнь наша связана с трудом. Бабочки-красавицы принесли варенье. Тебе должно понравиться наше угощение. Мы изящны, как цветки, и легки, как бутылки. Над поляны станции кружим, между собой мы нежно дружим. Мы летим на поглашение, как у цыгатухи на день рождения. Будем поздравлять, счастья, гадости желать. Кушайте варенье. Или вам не нравится наше угощение?
ваше угощение? Ваше угощение – просто заглядение. Ваше – просто объедение, ваше угощение. Предлагают